Москва, 8 мая, РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник в очередной раз продлил срок ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цицулаева до 11 августа 2018 года, сказал представитель суда. Ранее суд подлял арест Цицулаеву до 11 мая, в деле на данный момент 9 фигурантов. Цицулаев 4 июня 2015 года был объявлен в международный розыск. В прошлом году он был задержан. Экс-полпреду предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. До этого, по словам следователя, обвиняемый по поддельному паспорту пересек границу с Украиной и скрылся. Цицулаев обвиняется в мошенничестве, часть 4 статьи 159 УК РФ и организации трех преступлений. Применение насилия в отношении представителя власти, статья 318, похищение человека, часть 2 статьи 126, и вымогательство в особо крупном размере, часть 2 статьи 163 УК РФ. Экс-полпред вину не признает. Защитники, прося перевести Цицулаева под домашний арест, отметили, что экс-полпред Чечни вызволял с территории Украины российских граждан. Адвокаты предложили суду залог в размере 6 миллионов рублей и просили избрать в отношении Цицулаева любую не связанную с арестом меру пресечения. Дополнительно защита обвиняемого приобщила множество положительных характеристик, подписанных научными деятелями и чиновниками, в числе которых парламентарии Чечни и депутат Госдумы РФ Ахмед Дагаев. Кроме того, адвокаты обратили внимание, что Цицулаев имеет хроническое заболевание, а на обеспечении и иждивении у него находятся 12 детей, причем 10 из них свои. Кроме того, 8 детей являются несовершеннолетними.